В гостином дворе в Москве 20 мая прошел благотворительный Венский бал, который является одним из самых значительных событий в мировом бальном календаре. Среди гостей мероприятия была замечена Диана Шурыгина. Она пришла на Венский бал в роскошном ярко-красном платье без бретелек. На ее присутствие в зале обратили внимание журналисты Life.ru. Они же отметили, что кавалеры явно не спешили заключать девушку в свои объятия, и той пришлось кружиться в танце в гордом одиночестве. На само мероприятие Шурыгина пришла вместе с оператором. Наверное, она планировала сделать ролик для своего блога. Скрасить посещение бала девушка решила за кружкой пива. Возможно, Диана решила, что наиболее популярным напитком в 19 веке в Вене было пиво. Или с ностальгией вспомнила трехсосенское, производимое на родине в Ульяновске. В любом случае, ее выбор пал именно на этот напиток, который, к слову, на мероприятии был бесплатным. Отметим, это уже не первый раз, когда журналисты застают девушку за потворством своим вредным привычкам. Так, ее сняли в курилке во время перерыва в съемках программы «Пусть говорят». Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина прославилась на всю страну после того, как стала героиней передачи «Пусть говорят». На телешоу девушка призналась, что год назад ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Однако гости передачи и зрители не поверили Диане и посчитали, что она намеренно посадила парня в тюрьму. Девушка вела себя чересчур раскованно и не была, по мнению окружающих, похожа на жертву. С момента выхода первого выпуска с Дианой прошло уже несколько месяцев. За это время неоднозначная героиня шоу стала очень популярна. Ставьте лайки, дизлайки, делитесь видео с вашими друзьями, пишите свои комментарии и подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и актуальных новостей.